Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Гуэрра Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила? Твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Представление начинается, Мейсон. Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. Не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. А этому точно не бывает. Сюда! Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс. И Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет.
Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, Буромирон! Ты веришь в узнан, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Надо спешить. Мы должны помешать им войти в долину. Погоним, Мейсон. Мазахеды разберутся. Мейсон, установи подрывной заряд в проходе. Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла. Постарайся установить их на пути техники.
установлен! Не вижу цель! Мейсон, подойди сюда! Отойди на безопасное расстояние! Взрывай, Мейсон! Хадсон, западный проход перекрыт. Здесь техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги по всей долине. Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Тупая сила и численное преимущество. Я не этого ждал. Я не этого хотел! Вертолеты сбиты. С севера к долине идут русские танки. Поехали! На! Атаку.
танки уничтожены. Русские захватили склад боеприпасов маджахедов на востоке. Вы должны любой ценой его отбить. Мула Рахман озабочен. Он думает, что мы проигрываем. Передай Рахману, что мне насрать на его озабоченность. Мы всем жопы надерем, как всегда. Скажи ему, пусть лучше готовит нам информацию о Менендесе. Склад боеприпасов по левой стороне. Здесь верхом невозможно проехать. Спешиваемся. Пойдем пешком. Склад боеприпасов наш. Ты храбрый воин, американец. Мейсон, возвращайся на базу. У нас проблема. Какая проблема? Тебе лучше самому все увидеть. Старик был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он выжил. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной?
Какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кусок говна. Конечно, он замешан. Кравченко должен умереть. Пару раз я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу! Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Ну, этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги трахает! Достойте молоко! Чернахов! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет. Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет! Заживо похороненный. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится.